Свежее звучание классики, музыка из культовых российских и советских фильмов. В Шадринске прошел международный музыкальный фестиваль «От Востока до Запада». На площади Дворца культуры Зауральский симфонический оркестр представил две программы – музыка российского кино и классические произведения в современной обработке «Нескучная классика» совместно с диджеем Ильей Фестом. Сегодня реакция прям потрясная. Если честно, первый раз мы приезжали в прошлом году, было намного меньше народу. Ну, как бы тоже восприняли, а тут прям сегодня аншлаг. Прям хорошо, кричали, поддержка. Когда поддержка чувствуется, все равно уже эмоции другие начинаются. Конкретно в этом фестивале мы второй год выступаем. А вообще проект существует уже более 6 лет. То есть мы уже как бы и не только в Кургане, и в Москве, и везде уже выступали. Настроение всегда отличное. То есть это... проект тот, который я очень сильно люблю, который мы все любим нашим составом, поэтому мы приезжаем и всегда готовимся с огромным удовольствием. Абсолютно бесплатно и весьма зрелищно. Места перед сценой занимались задолго до начала концерта. Шадринцы приходили с друзьями, коллегами и целыми семьями. Некоторые приезжали даже из других городов. Концерт, конечно же, очень понравился. Вообще очень интересно было попасть. Я сюда приехала специально из Петухова. Вот. И, ну, нисколько не пожалела. К сожалению, на прошлый раз не попала, но вот выкроила время и рванула сюда. Ну, я считаю, что это очень хорошо, что у нас такое организовывают, потому что у нас город достаточно маленький, и вот такие мероприятия очень сплощают людей, и людям есть чем заняться, допустим, в свободное вечернее время. Год назад я была на этом же концерте. Нам очень понравилось, и мы решили всей семьей прийти сюда снова. Побольше бы, почаще, потому что люди хотят гулять, им хочется куда-то сходить, и молодежи, и людям постарше только за. Концертная программа просто круто. Вот я второй раз на таком концерте. В прошлом году это был Екатеринбург. Оркестр тоже незабываемое впечатление. И вот в середине рабочей недели столько эмоций, зарядиться такими эмоциями, это просто круто, круто. Вообще город Шадринск, он... культурный очень город, много различных мероприятий на открытых площадках. Вот, мне кажется, спасибо Шумкову, что он всех вытащил на улицу. Сейчас и в Кургане много мероприятий вот на открытых площадках, и у нас в Шадринске. Да положительно относимся. Посмотрите, сколько людей сегодня было, сколько молодежи было. Все кричали «Браво!», хлопали. Ну, восторг. Отметим, что фестиваль «От Востока до Запада», инициированный губернатором Курганской области Вадимом Шумковым, проходит во второй раз и собирает под открытым небом множество поклонников музыки разных стран и культур. По всему региону концертные программы в этом году пройдут с 9 по 17 июля.